Всем привет, вы на канале Все о смартфонах, и в этом видео я вам покажу новое, абсолютно новое приложение для заработка денег через ваш смартфон. Что вам нужно делать? Чтобы зарабатывать деньги, достаточно просто слушать музыку. Музыка из радиостанции. Там сотни разных радиостанций, каждая секунда прослушивания вам будет оплачиваться. Вот такое вот интересное приложение появилось в Play Market, называется Give You Radius. Ссылки на скачивание, как им пользоваться, куда выводить, сейчас я об этом всем быстренько расскажу. Ребят, я знаю, что некоторые из моих подписчиков не любят такие видеообзоры приложений для заработка, считая, что это, мол, лохотрон, и типа там много ты не заработаешь. Конечно, в таких приложениях ты много не заработаешь, но как минимум 10, 20, 30, 40 долларов в месяц лишними не будут. Ну а пользоваться или нет, конечно же, остается выбор за вами. Итак, запускаем приложение. На эти два приложения, кстати, я уже делал обзор. Так, запускаем приложение. Ссылка на те приложения, давайте так, обзор на... Ссылку на обзор на тех приложения я оставлю в описании тоже. Итак, мы запустили. При запуске, конечно же, у вас потребуется войти либо через Facebook, либо через Google. Вы это входите, все делаете. Далее идем в раздел Country, и здесь выбираем свою страну. Вот я выбрал Беларусь. И здесь все радиостанции белорусские. Все, что нам нужно, это просто включить видос. Ой, все, вот слышали, музыка орала. Я не хочу включать, чтобы авторских прав сейчас не было и так далее. Вот, таким образом мы с вами зарабатываем деньги. Деньги накапливаются здесь, мы их меняем. Потом, смотрите, вот внизу есть раздел кошелек. Вот здесь вот есть вывод. На Payeer сейчас очень популярно, поскольку в связи с этой войной очень много... разных кошельков и так далее. В России перестала работать, да, где-то еще. Поэтому сейчас самый популярный это Payeer. Можно выводить биткоинами, любыми криптовалютами там. Ну и так далее. Вот здесь вот Perfect Money. Ну, очень много разных способов. Можно вот через Amazon. Amazon это, то есть вам дается промокод. Вы заходите на Amazon. Например, у вас тут 40 долларов. Товар стоит 41 доллар, вы промокод вводите, и все, остается оплатить 1 доллар. Либо если он стоит 40, вы вводите промокод, и он вам достается бесплатно. Binance и так далее. Короче, очень много разных способов вывода. Здесь вводим сумму, сюда кошелек, и понеслась. Все, выводим деньги. Далее, здесь у нас третья вкладка, это можно делиться с друзьями и тоже зарабатывать. И здесь у нас есть выполнение задания. То есть, если вы не любите слушать музыку, еще что-то, то здесь есть от партнеров данных разработчиков. Здесь разные задания есть. Возможно, выиграть, например, 20 тысяч до 20 миллионов монет, выполнив задание, которое будет здесь написано. Вот оно сейчас скачивается, 20 мегабайт. Таким вот образом выполняем задание, либо же слушаем музыку и зарабатываем деньги. Собственно, все. Об этом приложении больше нечего рассказывать. А, есть минус один. Это то, что если вы включили радио и вышли из приложения, то деньги вам не начисляются. То есть нужно зайти в приложение, включить музыку, и вот чтобы музыка играла, экран не выключался и так далее. То есть вот такой вот пока что минус есть, но приложение абсолютно новое. Поэтому, конечно, такие минусы могут быть. Итак, ссылка на обзор вот этих приложений в описании. Там тоже интересные приложения. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ставь лайк, подписывайся, если ты еще этого не сделал. Пока.